Чичирик. В этот раз я решил разнообразить свое рисование. Я захотел сделать портрет не просто карандашом, а графитовой пудрой и черным маркером. И рисовать я буду легенду советского футбола Льва Яшина. Для начала я наметил основные пропорции лица на листе и начал их прорисовывать. После я стер ненужные линии и взялся за графитовую пудру. Скажу вам, что я делаю это впервые и не знаю, что у меня из этого получится, и я начал сильно переживать. И поэтому ваша поддержка мне всегда поможет. Если вам понравится моя работа, то подпишитесь. Если нет, то бывает. Где на лице были тени, я использовал пудры больше, где был свет меньше, чтобы увидеть начальный объем на работе. Обязательно после этого помойте руки, чтобы у вас не было пятен на работе. После я стер места, где переборщил с тенями, и подложил листок бумаги, чтобы дальше все прорисовывать. Самые темные места я рисовал черным линером и маркером, чтобы сделать на этом акцент. Уже в портрете не так сильно нажимал на карандаш, чтобы работа была не слишком грязной. Еще раз сделал свет ластиком, и важно добавить точки на зрачке, чтобы они стали живее. Не забудем про подпись, и вот что у меня получилось. Надеюсь, вам понравится. Круто же получилось.